Доброе утро, мои дорогие! Что для вас достаток? Достаток – это то состояние, когда всего достаточно. Достаток – это состояние изобилия, когда ты безгранично изобилен, и в этом твоя достаточность. Тебе не нужно больше, тебе не нужно меньше. Всего достаточно. И сегодня откроются тебе те знания, те подсказки, которые ускорят состояние достатка в твою жизнь. Достаток сегодня приходит в твою жизнь, и вся Вселенная ускоряет этот процесс. Открывайся, доверяй своей интуиции. Тебе придет четкое, ясное понимание того, что приведет тебя к состоянию достатка, что приведет к состоянию изобилия, достатка в твоей жизни. Хорошего вам дня!